Bullseye. Всем привет, с вами Димак, и мы продолжаем выживать в Мизере. В прошлой части я вам рассказывал, как забирать артефакты из аномалии сгоревших хутор. Сейчас я попробую проэкспериментировать, выжит ли мой персонаж в стандартной броне в этой аномалии, в аномалии котел. Мне кажется, что он не выживет, то есть я сейчас пройду чуть подальше и просто умру, потому что защита от... Точнее, термозащита у меня вообще никакая, но вот прям перед нами, где-то недалеко, должен лежать артефакт. Сейчас смотрим на наше здоровье, я обязательно сохранюсь, чтобы если что появиться сразу же здесь. Нет, в принципе, если... Посудить... Не, выжить можно. Ну, если артефакт появится в том месте, где лежал у меня. По сути, лежал он где-то вот здесь. Вот, здесь лежал. В научном костюме вам ничего не страшно, так как у него защита от всех аномалий более-менее хорошая. Так что только в этом костюме я бы вам посоветовал лазить по аномалиям, ну или в костюме Сева. Естественно, по другим аномалиям тоже можно лазить, но еще есть одна безобидная аномалия, это аномалия Коготь. Она менее безобидная, потому что там только аномалии... Я уже забыл, какие аномалии. В общем... Там всего лишь несколько артефактов спавнится. Это артефакт Медуза и артефакт Каменный Цветок, вроде бы, да. Ну, стоимость их, конечно, не очень большая. Но все же они там спавнятся. Но перед тем, как идти в эту аномалию, вам я бы посоветовал это защититься от радиации. То есть прикупить какие-нибудь препараты от радиации или водочки побольше. Ну, впрочем, вот как-то все. А, кстати, еще, наверное, многие задаются вопросом, какую кардану надо отдавать водку, чтобы он вам делал такую скидочку. Водку отдавать надо... Так, сейчас налагаем. Путинка. Вот такая вот водочка. Сейчас я не могу это вам показать, так как у меня уже есть гаусс-пушка, и он ее мне отремонтировал, так что он водку уже точно просить не будет. Вот, чуть подлагивает. Опять не все подгружается. Вот что-то, кто-то погиб. В рыжий лес я в начале игры вообще не ходил, так как там было достаточно много мутантов. И еще какая аномалия, цирк. Ну, точно так же. Ну, там, наверное, еще полтергейст летает. Будет немного не очень. Сначала надо завалить полтергейста. Ну, в принципе, тоже можно. Там артефакты двигаются. Если он максимально до вас близко будет, то вы можете резко побежать к нему, забрать и убежать. Если вы не попадете в аномалию, естественно. Так, аномалия рубец. Там надо купить наркотики. Да, выкурить наркотик. Это защита от пси... Да, пси-защита у него. Там небольшая, несколько секунд. Или даже несколько минут. Ну, в принципе, вам хватит, чтобы пробежать эту аномалию. Ну, вроде бы все. Так, сейчас я еще посмотрю, может, какие-то аномалии я пропустил. А, это на зем-снаряде есть тоже аномалии. Это, ну, в принципе, тоже безобидная аномалия, но только их там чуть побольше. Ну, там есть артефакты некоторые, появляются, да. Например, ночная звезда. Там больше всего и медуза. Ну и каменный цветок тоже там появляется. Вроде бы... А, на соснодубе там химическая аномалия. Ну, надо вам химическую защиту. Ну, в начальной броне. В начальной броне. А давайте попробуем. Увидимся тогда на соснодубе. Ну что ж, я активировал препарат. Попробуем пробежать вот просто сквозь аномалию. Ну, грубо говоря, выжить можно. Но вот сейчас попробуем вот здесь просто пройтись. Смотрим на здоровье. Оно не так медленно убавляется, но в принципе выжить можно. Но это зависит от состояния костюма. Если у вас костюм полностью сломан, то естественно вы не выживете. Не выживете. Вы просто умрете. Ну и также, если я надену этот костюм, естественно я пройду спокойно, без всяких проблем. Так, я уже тут напоролся на некоторых бандитов. Наемников вместе. И война тут какая-то была. Что тут немножечко полезного. То есть, надев этот научный костюм, можно ходить сколько угодно. Но если вы, конечно, вляпаетесь в аномалию, естественно, просто умрете.
Это в любом костюме будет происходить. Так, ну еще, кстати, пробежал я это сгоревший хутор. Там под сгоревшим хутором тоже есть аномалия, тоже химическая. И туда вам я бы не советовал ходить в такой же броне, ну, в стандартной, потому что все-таки умереть вы там сможете, потому что все артефакты находятся где-то посередине уже, ну, самой аномалии, а воздействие этой термической аномалии вокруг. То есть, чтобы до тут добраться, надо пройти, еще поискать, еще их надо с потолка снять. Это займет очень много времени, ну, естественно, вы можете умереть. Ну, в научном костюме без разницы, ничего страшного не будет. То есть, научный костюм хорошо подходит для вхождения по аномалиям. Еще забыл про одну аномалию, это аномалия топь. Бесполезно туда ходить просто без научного костюма, потому что артефакт находится сам посередине аномалии, а вокруг ее только само воздействие этих артефактов. Ой, тьфу, вообще не то. Посередине все артефакты, а вокруг это само воздействие терма. Так что только начнете заходить туда, и сразу вас будет бить очень сильно. Придется вам пробежаться немного до середины. Есть шанс напороться на эту аномалию. Ну и вы можете, естественно, умереть. Ну, впрочем, и все. Наверное, в следующей серии я уже буду рассказывать про аномалии, которые находятся на Юпитере. Все там аномалии происследуем, попытаемся пройти. Узнаем, в какую аномалию можно залезть в стандартном костюме, а в какую нет. Ну и зайдем в Припяти, естественно. Там вроде всего лишь одна аномалия или две. Так что, вот как-то так. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Димак. Всем удачи и пока. Увидимся в новом видео.